Седлать коней. Седлать коней – нехитрая работа. Была бы сила должная в руках, целы подпруги, недырявый потник и тяжести поменьше в рюкзаках. В седло взлетаем мы молодцвато, а было время заползали чуть. И выглядят бывалыми ребята, верхом пускаясь неизвестный путь. Лошадка настораживает уши, пригнется всадник, сторонясь ветвей. Уверенный, она ему послушна. На самом деле он послушен ей. Как с ней быть? Поласковей, построже. Что ею движет? Лакомство? Приказ? Ее понять пытаемся, но все же она скорее понимает нас. И каждый над загадкой этой бьется за отпуск, разгадать ее спеша. Мы уезжаем. Где-то остается непознанную лошади душа.